И вот, наконец-таки, мы с вами перезашли. Я сейчас все еще на моргане, и сейчас мы позвоним для вывоза и зайдем в конюшню. И сейчас я предоставляю вам возможность посмотреть самим, как это все происходило, то есть эмоции. Сейчас я вставлю кусочек из видео, так что приятного просмотра. Захожу в конюшню, и там меня ждет мой замечательный ледяной поцелуй. Боже, как мне нравится его имя. А, заходим. Я просто очень долго мечтала о Фризе. Так, где же он? Так, давайте же посмотрим. Где это? Как была пуля! Ребят, я просто сейчас боюсь, что я скулю, как какая-то ненормальная. Боже мой. Ледяной поцелуй. Какой красавец. Какой красавчик. Какой красив. Какая грация. Боже мой. Ребят, я не могу. Давайте снимем амуницию. Ведь имя-то какое? Красавец. Просто я не могу. Давайте переместим всю одежду с нашего этого замечательного коня. Современного лорда. Так. Боже. Так, слезаем. Он, знаете, он прям снежный такой. Он прям вот... Вот прям белоснежный. Я даже не знаю, как еще это. Ой, какой красавчик. Это ему не нужно, наверное. Все, выходим. Какой красавец. Вот, в общем-то, я вышла. И действительно, эмоции были просто незабываемые. Ребят, вы просто посмотрите на этого коня. Он же просто прекрасен. У него вот такие красивые, грациозные движения. И он прям... Даже не светло-серый, он прям белоснежный, прям такой ярко-ярко-светлый конь. Очень красивый, честно говоря, я сейчас не побоюсь, просто сделаю заявление. На мой взгляд, это самая красивая лошадь в Star Stable, вот честное слово. Это жемчужная белизна, это грация от фризов, просто серьезно, самая красивая лошадь, на мой взгляд. И да, и вы посмотрите на эти аллюры, и как... у него грива и хвост, я просто в шоке, серьезно, это очень классная лошадка. И, в общем-то, да, спасибо большое еще раз девчонкам за то, что помогли мне. Я очень сильно вам благодарна, потому что это было просто незабываемо. И еще раз предоставляю вам такую возможность посмотреть на этого коня, вот у него еще очень красивые дыбы. Вот, так что спасибо вам. Ну и напоследок хотелось бы еще раз поблагодарить вас, девочки, потому что это было действительно просто незабываемо, и это было очень классно, что вы откликнулись на мою просьбу, потому что многие друзья просто заигнорили, и я могла бы остаться там одна и, в общем-то, ничего не купить, ничего не сделать. А сейчас у меня такая замечательная лошадка, ледяной поцелуй, боже, как же мне нравится. И да, как вы можете заметить, я прикупила такой беленький стиль, на мой взгляд, очень красивый и подходящий ему. Да и вообще белый цвет благородный, мне кажется, подходит почти всем, да. Серьезно, ребят, если вы думаете, покупать эту лошадь или нет, то однозначно покупайте. Вы вообще не пожалеете ни капли. Потому что лошадь очень достойная, красивая и шикарная. Ну, в общем-то, на этом все. Надеюсь, что вам понравилось это видео. А с вами была Настя Лир. Всем удачи и всем пока. Всех очень сильно люблю.